Верхний рынок Шымкента пользуется у жителей огромной популярностью. Ежедневно сюда приходят тысячи горожан и приезжих. Для их безопасности неподалеку от базара установлены подземные переходы. Первый под улицей Толиби, другой у центральных ворот со стороны улицы Ташинова. Вот только пользоваться переходами жители и гости города не спешат. На свой страх и риск люди перебегают дорогу, проявляя необыкновенную ловкость и маневренность. Причин на опасные перебежки немало. Ой, там невозможно, там воняет. А я вообще не знала, что есть подземный переход. Где он? Где знак? Ничего же не видно. Разглядеть вход в подземный переход среди десятка автомашин действительно не так-то просто. Указательные знаки отсутствуют. Те, кто нашел переход и прошел по тоннелю, отмечают, что подземка стала чище. Правда, избавиться от едкого запаха после ремонта так и не удалось. Многие используют переход как альтернативу общественному туалету, причем бесплатному. Да, ну, более-менее пойдет. Да это хуже был. Ну, это, по-моему, берите, наверное, да? Поэтому, наверное, это звездка так пойдет. Подземный переход возле верхнего базара побелили после того, как городской глава лично спустился под землю и посмотрел, в каком состоянии находится подземка. Градоначальник тогда отдал распоряжение привести все в норму. Компания ЛТД «Турмыс» провела побелку подземного перехода по просьбе городского акимата. Сумма на побелку ушла незначительная. Этот объект находится на балансе ЖКХ Шымкента. Сотрудники полиции призывают граждан переходить дорогу по правилам, а городской отдел ЖКХ пользоваться услугами подземного перехода по его прямому назначению. Бахром Абдуллаев, Баужан Жусипов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «УТРАР».